если у тебя есть вера с делами, он там с ума сходит, человек. А, вот вы говорите, говорит их, я покажу. Яков не боится говорить, Павел не боится. А почему? Потому что на том фоне, если тебя Бог благословляет, они видят, у них ничего нету, засохшая смоковница. Да. И поэтому такая лютость прямо. Да. Вера без дел и вера с делами. Вот и все. А вера остается. Ну, говорит, ну и бесы веруют и трепещут. Это вера без дел, бесовская вера. А раз он ничем не занят, он будет искать то, что делу нравится. Ложь, клевета, зависть, поношение, хамство. Все там сатана будет в один угол. А когда ты занимаешься благовестием, у тебя минуты никакой не будет. Все правильно. У тебя, которые знаю, где-то что-то там подыщивают и прочее, они никогда на благовестии не бывают. Словом Божьим не занимаются. В свободное время дьявол свободу не любит. Вот тогда начинаете собирать кучу, и они гибнут все вместе, и ни один не понимает. Потому что играть просто так с грехом нельзя. Да. С грехом надо не просто бороться, а побеждать. И они тогда все, что видят, а вот Иосиф такой-то, отец его больше любит. Родные братья, приготовились убить. Степана побивает, он говорит, и правцы наши, Иосиф хочет убить. Из зависти. Вот они бы были живы, 11, и спросить. Издались, да почему? Кому завидуют? Это мальчишка, ничего нет. Ничего уже нельзя сказать. Уже зафиксировано. И главное, Пилат знал, Христа предали из зависти. А они не знали. Это такой грех, который просто сказать, а еще зависть. Пустота. Человек, который все имеет то, что другое, ему еще завидует. У нас одинаково все. И более всего они ненавидят благовестие. Вот это надо запомнить. Они под разными причинами будут мешать. Вызвали апостолы, били и намертво запретили говорить. А они ответили, кого больше слушать, Бога или человека. Господь дал повеление. Так, смотрите, что делают, Екатерина, принимайте кухню. Так, мне принимать... Не надо, вас найдут. Нет, мне Надежда Васильевна сказала, что я здесь буду. Может быть и так. Да. Так, чистить надо будет. Хозяин здесь вот Владимир Александрович. Ну, тут сейчас у нас вот руководитель по кухне. Есть. Это Андрей. Так, мы сейчас... Как остальные сейчас придут, будет звонок и на завтрак. Все, пока. Можешь оставить, пока мы слишком не тратим.